Всем привет! На связи Pet Shop, и сегодня мы с вами ответим на вопрос, нужно ли менять корм собаке, или она может питаться одним кормом всю жизнь. Если отвечать коротко, то ветеринарные врачи сходятся во мнении, что менять корм для собаки не нужно, если он удовлетворяет потребности животного и не вызывает проблем с пищеварением. То есть, если корм собаке подходит и он нравится, значит, им можно кормить всю жизнь. Однако линейки кормов обычно разделяются по возрасту питомцев. Для щенят это один корм, для взрослых или пожилых – другой. Поэтому корм все-таки нужно будет сменить несколько раз. Исключение – некоторый холистик корма, которые подходят для всех возрастов. Необходимость менять корм вне возраста зависит от некоторых факторов, например, изменения в активности, здоровье, состояние пищеварительной системы и прочих. Итак, когда может потребоваться замена корма? Заменить корм придется, если здоровье вашей собаки изменилось. Например, появилась аллергия или проявились какие-то генетические заболевания. К сожалению, возникновение проблем с печенью или почками не редкость. Также из-за возраста могут появляться проблемы с суставами. Собаке может потребоваться специальный корм. Замена корма, скорее всего, потребуется, если ваша собака изменяет свою активность. Например, что вы начали заниматься спортом с питомцем. Собаке может потребоваться более калорийный корм, если предыдущий не дает чувства насыщения при допустимой суточной норме. В конце концов, у собаки может снизиться аппетит к корму. У большинства собак нет проблем с тем, чтобы питаться одним и тем же кормом на протяжении всей жизни, если этот корм полноценен и соответствует их потребностям. Но везде есть исключения. Для того, чтобы ваша собака не присытилась одним и тем же кормом, можно изредка включать в ее рацион новые продукты или давать различные вкусовые варианты того же корма. Вы также можете использовать лакомства и подкладывать небольшие порции натуральной пищи, которые не противоречат здоровому рациону вашей собаки. Как сменить корм? Если вы собираетесь сменить корм для собаки, рекомендуется вводить новый корм постепенно, смешивая его с привычным кормом и постепенно увеличивая долю нового корма в рационе. Это поможет избежать проблем с пищеварением и позволит вашей собаке привыкнуть к новому вкусу и составу корма. Частота изменения корма для собаки зависит от ее индивидуальных потребностей. В целом, если у вашей собаки нет проблем с текущим кормом и он отвечает ее потребностям, менять его не рекомендуется. Однако, если у вас есть сомнения или вопросы по поводу рациона вашей собаки, лучше обратиться к ветеринарному врачу для консультации. Даже смена в 2 или 3 раза в полугодие уже может привести к проблемам с пищеварением, что даже может привести к гастриту. А вот вкуса одного и того же корма из одной линейки менять относительно безопасно. Мы рекомендуем ответственно подойти к выбору корма. Самый лучший вариант – корм холистик класса. Например, Now Fresh. Этот корм разработан с учетом естественных потребностей животных. В составе свежее мясо. Корм не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов и ГМО. А чем кормите вы? Пишите в комментариях.